Вот предлагают в монастырь съездить. Наверное, поеду. На большую трехчасовую экскурсию можно отправиться на корабле или на 10-местном моторном прогулочном катамаране. На большой корабль не набрали группу, и мы отправились в путешествие на катамаране. Вот привычный. А плеты вот здесь, вот здесь плеты. Вот там и там. Здесь плеты на всех. Хватит. Все, будем отправляться. А пиратка нету? Пиратская есть. Вот есть такая. Вот, ну, правда, не очень. А пиратская. Ну, видишь, бага. На нас смехаться. Раза. Новый. Так, она тебя до завтра лежит. Червона у нас пиратка. Thank you.
скромный. Скромная дача. Ну это скромняшка. У нас вы видели, у нас есть речка Едзова. Ее все наборовши построили. Там резные дома, дерево, какие-то дворцы, дерева стоят. А зачем пирамиды были строить фараоном? Кто-то вообразил фараоном себя уже. Господи, это инвестиция, а все деньги на содержание такие, это ужас. Не, не буду заходить. Ром, скинь мне, пожалуйста. Да. Вот здесь есть нет фараона. Я чуть больше. Не-не, мне пустые пугали. Вон кто-то себе тоже построил дворец напротив, посмотрите. Видели? Вон дворец построил. Тоже, наверное, мэр какой-то. А вот здесь тоже мэр построил. Да, да, да. Где такое? Молодец, да. У нас на островах там на Двине. Ну, временно там делают. Старички живут целое лето. Господа, пароход появился. А он тоже такую же экскурсию ведет, да? Да. У нас не было сейчас долгое время, а сегодня потому что появилось 26. Я говорю, тут проблема в сумму, там, чтобы попасть, поехать. Ну, надо рекламу больше в каждой санатории. Ну, конечно, это, наверное, платить надо. Я вас с боем собрал, чтобы поехать. Потому что ты знаешь мою историю, как я хотел поехать на церковь на эту, и все, не мог попасть никуда. Именно на этот маршрут. Ну что, нормально? Такой тоже. На пальцах сочетать. А вот интересно, купол какой-то для католического необычный.
храма там потрясающие. Сюда автобус ходит какой-нибудь? Ходит. Пригородный, да? Ходят. Не часто проходят. Там он по деревням едет. Такой, который проезжает, который едет дальше. Илюна и там, да. Там еще деревни дальше есть. На Мелькине тоже идет через сюда. Крипки похоронен там, я прослушал. Это провининск. А, нет, ну... Ну, осторожно, надо по чуть-чуть только. Потому что тут такая... Пробуксовка. Им и сытней, и проще. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало успокоит, что есть. Так рисково так чалится. Прежних ошибок груз. Вот и закончилось наше путешествие по воде в Лешкяву. По дороге увидели много красивых мест и узнали много нового. Капитан судна Ромас, опытный судоводитель и замечательный гид.
Впереди у нас посещение архитектурного ансамбля Лешковского монастыря.